Короче, говоря, друзья, все нормально, зашел к менеджеру, магазин спросил, это на будущее всем. Покупаете вот такой вот холодильник или NoFresh, или как он называется, без разморозки. Ничего не надо снимать, никакие колпачки, даже вот эти, потому что я хотел их сначала расковырять, вот, а потом был бы геморрой. Посмотрите это видео, потому что с дуру, кто не имеет опыта, может расковырять эти прокладки, там что-то поломать, а этот поддон, оказывается, вообще на компрессоре не нужен. Это вот века, да? Так. Ну вот что там, какие кнопки, чтобы знать. А, тут видно, когда она. Когда она в сети, она там все помогает. Так, вот включение, выключение. Ага. Вот так вот. 3 секунды подержать. Раз. Включился. Или выключить тоже можно подержать. 3 секунды. Вот. И вот этим просто меняете. Вот выше. Просто когда будет здесь вот это нажимать, выше или ниже, будут изменения тут идти. Холодильник, морозилка. Ага. И вы будете видеть, в холодильнике надо сделать плюс 3, 4, 5. Там 4 морозилки. И 18 написано. Ну вот, все, да, это правильно. Вот чтобы оно здесь горело, 4, 18. Все, то есть 4 самое. Получается, это как камера. Это в холодильнике, да. А 18 морозилки. Да, а вот это вот сет. А, это верх-низ. Это вот верх-низ. А вот это следующая кнопка. Это Quick, это экономичный режим. Это если куда-то уезжаете, если вы знаете, что здесь ничего не будет храниться. 3 секунды подержали. Он выходит такой режим отпуск. Ну это почти не надо, поэтому не думайте, это. Ну, а вот этот вот. Это тоже это эко-режим для морозилки. Это тоже практически вам не надо. Пусть вот выберите, короче, чтобы здесь было 4, здесь 18. Это и вот, вот такая правильная, нормальная работа. А, то есть получается. А вот это еще вот сигнал какой-то. Это он будет издавать сигнал, может. Он может издавать сигнал, если, допустим, ночью отключали свет. И температура могла подняться, да, вот вы не видели этого, да, он будет сигнализировать. Или вы открыли дверь, он начнет издавать сигнал через минут, секунд 40, да, и вам, а вам надо, чтобы дверь была открыта, вы можете выключить, чтобы она не пришла. А, чтобы не звенело. То есть это как сигнал? Ну, это такое, да. Это предупреждение. То есть или забыл закрыть, и она начинает это, да? Угу. Все, я понял. То есть я там ничего такого не наделал. Ну, ладненько. Так. Все, включили в розетку. Вот, холодильник заработал. Ну, 4 минус 18, 18 в морозилке, 4 в холодильной камере. Так, ну здесь морозилка не подсвечивается, но хорошо, удобно, что прозрачные дверцы, что видно, что там будет заложено. Все, посмотрим, как работает этот система NeoFrost века. Все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и пишите свои комментарии. Может, ну...